Машка зайдет. Машка сейчас зайдет. Фу! Я говорю, в другой магазин. Слышишь меня? Вот. Ну, не знаю, может быть французский, может Китай галимый. Не знаю, короче. Да-да-да. Ну, давай вместе как-нибудь возьмем, да сходим. Давно мы с тобой белишко себе не обновляли. Ну, Наташа, я тебе займу денег на проезд. Что? Слушай, а где он эту машину-то взял? Зачем она ему такая старая? Как вообще на этом можно ездить? Это вообще, это почти моя ровесница. Ну, что, что это ваха? Ты знаешь, на вахе тоже ломала. Мам! А что у нас покушать? Не знаю, найди что-нибудь. А ты сама кушала? Мам, помоги мне математику сделать. Да ты что, Маш? Я же не помню ничего. Вы же там на уроке не зря сидите. Запоминать надо, что учитель говорит. Так что ничего, сама сделаешь. Я пошла к подружке, буду поздно.
А мы с Мишей вчера целовались. Да ты что? Да. А еще он мне подарить айфон обещал. Все, что он может тебе подарить, это айфон, нарисованный на картинке и скачанный с интернета. А ты что такая смелая? У папочки уголовника научилась. Нет, просто у тебя тараканы в голове, а у меня цели поважнее в жизни есть, чем ваши с Мишей выходки. Так, подожди. Ты, я тебе все волосы выдеру! Здравствуйте, дети, садитесь. Хороший кошмар, надо же вот так вот. Ага, всех добренько, а тут надо же за глаза такие вещи говорить. Мам, а почему у тебя так много подружек, а у меня нет? Подожди. Чего ты мне мешаешь по телефону разговаривать? Занимайся своими делами, уроки вон делай. Ну. Мам, ага. Помоги мне. Ну, слушай, вообще, я от нее такого не ожидала. Такая сплетня. Дайте пройти. Сейчас ты будешь за свои слова отвечать. Отвечать ты будешь маме, когда ты сходила в туалет. Что это у тебя на голове? Меня Лера побила. За что? За то, что у меня папочка уголовный. Не смей так про отца, поняла? Я к подружке, буду поздно. Под шофе окружают себя миллион мужчин.
Стала стервой ты без никаких причин. Типа я закажу с лимоном чай и поймаю местный я Wi-Fi. Я вас тоже очень сильно люблю, девочки. Ну, пока. Пока.